Силы безопасности Ливана освободили в субботу двух граждан Германии, захваченных накануне в заложники. Операция была проведена в долине Бекаа на востоке страны. Злоумышленники оказали сопротивление. В ходе перестрелки погиб один ливанский военнослужащий. Имена похищенных не разглашаются, но известно, что они имеют двойное ливано-немецкое гражданство. Сразу после освобождения экс-заложников задержала полиция. Они подозреваются в причастности к контрабанде наркотиков. Злоумышленники требовали у друзей похищенных 6 000 евро.